Всем привет! С вами Сергей Подоляк и Андрей Меринов сегодня за камерой. Речь пойдет об ударе справа, а в частности, как начать удар при ударе справа с отскока. Я предлагаю схему Федерер-Димитров. Итак, речь пойдет о точке, откуда начинается ударное движение при ударе справа. Вернее, это не точка, а область. Она находится чуть правее плеча и немножко позади его. Итак, запястье у вас находится в одном объеме. Примерно размером с футбольный мяч или чуть больше этого. Левое запястье и головка ракетки двигаются вниз и образуя фигуру, похожую на треугольник. Очень важно, что когда руки начинают свое движение, это движение похоже на конструкцию треугольника. Левое запястье и ракетка двигаются по одной линии. Важно, чтобы левая рука не прижимала к себе это движение. Часто бывает, когда левая рука начинает движение влево, и этим вы уводите себя от разгона ракетки в мяч. Далее происходит разгон ударного движения, но это тема следующего урока. А на сегодня все. С вами были Андрей Меринов сегодня за камерой и Сергей Подоляк. До свидания.